Добрый день, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Чтобы не повторяться и не говорить того, что уже слышали наши зрители, наши партнеры из предыдущих репортажей, я имею в виду с выставок «Инотранс-2016» и предыдущей транспортной выставки в Белоруссии, хотелось бы, чтобы вы рассказали, в чем особенность именно данного экологического форума и каким образом разработанные вами технологии отвечают тем требованиям, которые предъявляются к участникам выставки. Ну, тогда в первую очередь, видимо, нужно сказать об экологичности нашего проекта струнных технологий. Это новый вид транспорта эстакадного типа, то есть он поднят над землей. Уже это определяет высокую экологичность вот этого направления. Почему? Существующие дороги, ну, отняли эти территории, закатанные в асфальт и похоронены под шпалами, примерно 5 территорий Великобритании. Примерно в 10 раз больше земля, она деградирована, потому что выхлопы и продукты износа шины и асфальта загрязнили такие территории. Мы можем эту территорию вернуть землепользователям, образно говоря, распахать асфальт. Поэтому у нас даже есть экологически чистые технологии получения почв, плодородных почв, качества чернозема, это эко-чернозем. Для того, чтобы там, где сейчас асфальт, не песок был, а почва, где будут расти сады. Почему это важно? Не только для сельхозработ меньшая территория сейчас, да, потому что асфальт тут занял на такие огромные площади. А еще и потому, что на этих территориях, занятых под асфальтом, не растут зеленые растения, а ведь именно они вырабатывают кислород, которым мы дышим. Поэтому атмосфера Земли, биосфера недополучает в год десятки миллиардов тонн кислорода. Более того, не только недополучает, но и автомобили, ну, в первую очередь транспорт, выжигает. Ну, в них сгорает где-то порядка 2-3 миллиардов тонн топлива в год, а на тонну топлива нужно более 3 тонн кислорода, чтобы сжечь. То есть больше 10 миллиардов тонн кислорода выжигается из атмосферы. Мы этот баланс можем восстановить. То есть это одна, как бы, составляющая экологичности нашего транспорта. Вторая, у нас высокая энергоэффективность. Если сравнить, допустим, с автомобилем, то на ту же транспортную работу нам потребуется, ну, где-то в 10 раз меньше энергоресурсов. Неважно, это электрическая энергия или топливо, ведь электрическую энергию в основном получают в тепловых электростанциях. Там сжигает уголь, мазут, газ, ну и даже ядерное топливо. Все равно это топливо его сжигают, да, чтобы получить энергию. Так вот, нам нужно на ту же транспортную работу в 10 раз меньше энергии. Особенно это значимо при высокоскоростном движении. Вот мы посчитали, что если у нас будет только 1 миллион высокоскоростных юнибусов, которые будут двигаться со скоростью 500 км в час, это не так уж много. Сегодня на планете порядка миллиарда автомобилей легковых. Что такое миллион юнибусов высокоскоростных, да? Да. То это сэкономит за срок службы подвижного состава порядка 20 миллиардов тонн топлива стоимостью порядка 20 триллионов долларов. А это только миллион. А если будет 10 миллионов? А если будет 100 миллионов? Это не только экономия топлива, но и вот те экологические проблемы, о которых я говорил. Значит, в 10 раз будет меньше выхлоп, да, загрязнение атмосферы, в 10 раз меньше будет сожжено кислорода. Так? Это вот, ну, вторая такая серьезная составляющая экологичности нашего транспорта. Потом третья, она тоже связана уже с землеотводом. Самые дешевые дороги — это сейчас дороги в земной насыпи. Автомобильные железные дороги строят обычно в земной насыпи, ну а там, где горы, есть еще земляные выемки. Казалось бы, это безопасно, но это не так. Дело в том, что особенно для скоростных дорог грунт, он слабоват, обычный грунт. Поэтому для насыпи нужно взять грунт в карьере, причем хороший грунт, и в насыпи уплотнить на 10%.
И таким образом при строительстве дороги строится низконапорная плотина, которая перерезает истоки рек по движению поверхностных вод, грунтовых вод. И происходит, особенно на косогорах, потому что нет горизонтальной поверхности, обычно есть уклоны какие-то, да? Так вот, со стороны горы, ну, возвышенности, идет заболачивание. И мы видим, когда едем вдоль дорог, что много сухого леса стоит. Это вот по этой причине. А с другой стороны, опустынивание, не хватает влаги. У нас насыпь исключена, у нас эстакада, поэтому вода как текла, так и будет течь. Что грунтово, что поверхностно. Животные как ходили по тропам, так и будут ходить. Сельхозработы как велись, так и будут вестись, и трактор может переехать с одной стороны дороги на другую. А как сейчас он переедет через скоростную железную дорогу? А как лось перейдет через нее, если там ограждение и указатель в 3 километрах переход, да, и он по этому указателю пойдет? То есть у нас этих проблем нет. Ну, это основные как бы преимущества нашей экологической. Там есть и более мелкие, но это вот это главное. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович, за исчерпывающий ответ на вопрос. Мне даже не пришлось задавать остальных, ибо... Может, по мелочам какие-то зададите? Вы рассказали абсолютно все, что я хотел спросить, и даже про братьев наших меньших. Вот это я отношу... Вы знаете, сколько гибнет? Да, кстати, я еще забыл вот одну важную составляющую. Защита жизни и здоровья людей. Я тоже связываю это с экологией. Значит, автомобили сегодня в мире в среднем убивают только автомобили. 1,5 миллиона человек в год. Сюда надо отнести гибель людей не только на дороге самой, но многие с ранением попадают в больницу и умирают там. И их не связывают с аварией. А на самом деле авария была виновата в этом, да? Раз 10 больше людей становится еще инвалидами. И да, и порядка 10-15 миллионов человек в год становятся инвалидами и калеками. А теперь умножьте это на 100 лет. Значит, 150 миллионов человек будет за 100 лет убито, и 1,5 миллиарда станет инвалидами и калеками. Почему? Потому что существующие автомобильные дороги, ну, железные дороги расположены на первом уровне, на поверхности земли, где находится собственная жизнь, где мы живем. Движемся, да, ходим, животные там же живут, растительность тут же, да. И вот перенос движения на второй уровень, на поверхность земли, снижает аварийность в 1000 раз. Мы это видим на примере авиации. Ведь авиация перевозит, ну, много пассажиров, почти столько же, сколько и автомобилей. Причем на большие расстояния перевозят, да. Так вот, на автомобиле, если гибнет 1,5 миллиона человек в год, то в авиационных катастрофах гибнет порядка там 600, 700, 800 человек в год. Это в 2000 раз меньше. Только почему? Основная причина, что мы подняли над землей. Да? Так мы идем над землей. Но у нас не будет тех причин аварийности, которые есть в авиации сегодня. Ну, допустим, шасси не вышло. Он не может сесть, да? А у нас нет шасси. Допустим, двигатель заглох. Самолет падает и разбивается. Гибнут люди. А у нас, ну, даже если у нас все 4 мотор-колеса будут из строя, что, ну, вообще-то исключено, что 4 одновременно, так? То он просто прокатится, остановится, и следующий за ним модуль пристыкуется и повезет его дальше до станции и выведет его на ремонт в депо. Поэтому у нас нет тех причин аварийности, которые есть в авиации. И, значит, у нас будет еще ниже аварийность. Представляете, сколько мы жизни можем спасти и сколько людей не потерять здоровье. И это, наверное, самое главное, вот, экологическая составляющая нашего проекта. Спасибо большое. Я хотел бы еще заметить, что очень часто нам задают вопросы, а поскольку ваши транспортные средства будут без водителей, не создаст ли это безработицу? Насколько я понимаю, именно экологическая составляющая проекта Skyway, то есть именно возврат территорий, которые похоронены под существующими дорогами, создание того же гумуса, почв, наоборот, будет способствовать развитию занятости в тех регионах, где будет это производиться. Правильно ли я понимаю? Ну, это правильно. Мне кажется, это глупый вопрос, который часто задают. Работу можно найти. Надо дать всем лопаты. Пусть половина людей копает ямы, а вторая закапывает. Все будут заняты делом.
Так, поэтому производство рано или поздно будет роботизировано. И я думаю, что люди в основном будут работать в сфере обслуживания и в сфере творчества, наука, искусство. Понимаете, да, по-моему, лучше рисовать картину, чем копать яму. Или писать стихи, чем копать яму, да? Поэтому и здесь, я думаю, интереснее обслуживать, допустим, в наших станциях, вокзалах людей, там, чем вести транспортное средство, да? Ведь водитель, он, вот автомобиль, находится все время в состоянии стресса. Он больной, когда едет. Он, даже если отвлечется на несколько секунд, он попадет в аварию. Он это знает даже на подсознательном уровне. И он, как робот, понимаете, подчинен вот этому движению и безопасности. Зачем? Пусть лучше он читает книгу, работает на компьютере, да, или просто отдыхает, спит, чем вести, да, транспортное средство. Поэтому, я думаю, в будущем все-таки основная работа будет в сфере обслуживания. Спасибо большое. И теперь, мне кажется, мы подошли к самому главному, что должно спасти экологию Земли. Не то, что это использование роботов, а именно вынесение индустрии в космос. Да. Если можно, немножко расскажите о своем общепланетном транспортном средстве. Общепланетарное транспортное средство. Так, да, тут это решение я нашел давно. Это, собственно, SkyWay стартовал. Оттуда вот почковался. Я еще ребенком задумался вот о будущем. Как бы, не знаю почему. И меня волновало, вот, как раньше люди жили. Почему вот мы стали технократической цивилизацией, индустриальной цивилизацией, да? И понял, что этот путь развития цивилизации избрали не мы, а наши далекие предки. Неандертальцы, там, пятикантропы, те, которые жили в пещерах, и они зажгли первые костры. И освоили первые технологии. Жарка мяса на углях, там, приготовление пищи, выделка шкур. И они это делали в своем доме, в пещере, и в 20 лет умирали от рака легких. Там был смог. Но они спасли себя, поняв это, и вынесли технологии за пределы дома, пещеры. И раньше в пещере горел один костер, а сейчас на планете, ну, если только взять двигатель внутреннего сгорания, то только в миллиард автомобилей горят костры с более высокой температурой, с большим смогом, да, выхлопом, чем вот в пещере. И каждой мощностью, ну, порядка 100 лошадиных сил, каждый из них. А самолеты, миллионы двигателей, которые выжигают озоновый слой. А ракеты, один старт которой делает дыру в озоновом слое размером с Францию. А электростанции, которые коптят небо или там заливают водой тысячи квадратных километров, где все там погибает, вся почва, да, леса и так далее. И шахты, карьеры, да, котельные. То есть можно продолжать этот список. И я понял это давно, что будет то же самое, что с нашими далекими-далекими предками. Мы вымрем. И по моим подсчетам, это произойдет через 2-3 поколения, будет точка невозврата для цивилизации. И есть четкий анализ, почему это произойдет, да? И я стал искать, как бы, решение, путь, как это сделать, понимая, что путь только один, как и у наших предков, разделить дом и технологии, вынести технологии за пределы своего дома. Поскольку нашим домом сейчас стала биосфера планеты, где нет перегородок, это одна огромная комната. И если взять, допустим, США, самое могущее государство, то на территории США сжигается больше кислорода, чем они вырабатывают растения зеленые, ну, растущие на территории этой страны. То есть они живут в долг, берут кислород, который вырабатывается тайгой там, сибирской, или джунглями Амазонки, понимаете? А теперь представьте, что все так будут, как они, такой уровень развития, да? И вот эти процессы, они идут необратимо, и единственный выход – надо вынести индустрии, технологии за пределы дома, за пределы биосферы. И есть только один выход – ближний космос. Он недалеко, там всего лишь 300 километров, уже начинается ближний космос. И поэтому я вот разработал систему транспортную, потому что если вынести индустрию, которая будет нас обслуживать, то должны быть большие пассажиры-грузопотоки.
это миллионы тонн в год, даже десятки миллионов тонн, сотни миллионов тонн и десятки, там, сотни миллионов пассажиров в год. Ракета с этим не справится. Я нашел решение, вот общепланетное транспортное средство, которое очень корректное с точки зрения физики, не противоречит ни одному закону физики. И, как ни странно, это звучит, там реализован принцип барона Мюнхгаузена, который сам себя вытянул за косичку когда из болота. Да. Так мы можем таким образом вытянуть цивилизацию из болота, индустриального болота. Да? И индустрия, технологии будут там, там лучше для них место, там невесомость, там вакуум, там это лучше для технологий. Можно уникальные материалы там получать и так далее. Уникально там технику. Да, ну вакуум, кстати, глубокий вакуум на Земле получить стоит примерно столько, сколько добыть тонну нефти. А там он, этот вакуум бесконечен. Во все стороны вакуум. Так, причем очень глубокий вакуум. Там невесомость, которой нет на планете. Здесь гравитация. Невесомость дает новые возможности технологические. Да? Там бесконечные ресурсы. Минеральные ресурсы и пространственные ресурсы. Так? Энергетические ресурсы. Даже вот, та же Россия, там, ну, до этого СССР там, со своим токамаком носится. Уже 50 лет его разрабатывают, даже больше, потратили десятки миллиардов долларов, еще хотят потратить, чтобы скопировать как бы технологии, которые реализованы в другом термоядерном реакторе под названием Солнце. Причем этот реактор термоядерный работает уже около 5 миллиардов лет, и будет без аварии, будет работать без аварии еще миллиардов 5. С квадратного метра в космосе можно взять где-то 1,5 киловатта. Мощности солнечной, ну, солнечной энергии. И, пожалуйста, там же запитать промышленность, производство, индустрию там же. А мы будем жить на планете, в раю, можно сказать, да, где будут сады, луга, чистый воздух, да. А будем пользоваться только продукцией, которая изготовлена там. А сельхозпродукция, естественно, должна производиться на планете, в биосфере, потому что это часть биосферы, и не надо где-то там в космосе получать, и не надо сады на Марсе, это полная глупость и утопия, садить сады на Марсе, каждое яблоко будет по миллиарду долларов, причем оно не вырастет, потому что там температура ниже 100 градусов мороза, и там нет вообще атмосферы, и кислорода тем более. Так? Поэтому надо жить на Земле и обустраивать Землю. И мы, у нас есть такая программа. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv-systems.com. Поддерживайте наш проект, и тогда сказка станет былью. Строй Skyway! Спасай планету! Так, ну что, друзья, продолжим нашу работу. Вы посмотрели два замечательных ролика. Вот, первый — это Ирина Волкова. Сергей Семенов объяснил, показал и сделал ее акционером. То есть очень интересный такой душевный отзыв. Вот, соответственно, вот этот сейчас репортаж, который шел уже из цехов о изготовлении путевой структуры, сейчас уже часть монтажа идет непосредственно в Мариной Горке. Что-то сейчас можно показывать, что-то нельзя. То есть по репортажам вы будете видеть, как идет развитие. Но могу сказать, что остались считанные дни, недели, когда начнутся ходовые испытания. И то, что сейчас к этому есть очень большой интерес, то, что сейчас к этому уже создан такой даже некий ажиотаж, когда хотят увидеть специалисты, это очень правильно, это значит, мы идем в нужном направлении, потому что наша задача была в Берлине показать и создать к этому, скажем так, неподдельный интерес профессионалов, а уже отвечать на эти вопросы и снимать все, скажем там, нюансы, которые есть, можно только уже на действующих образцах. Что, собственно, и будет сделано, что, собственно, и будет продемонстрировано. И здесь могу сказать, что я присутствовал, когда Виктор Бабурин делал презентацию одному из руководителей Siemens, по-моему, на уровне даже первого вице-президента, и когда
Ему Виктор сказал, что это действующие образцы электромашин, которые полностью являются аналогом метро, которые могут перевозить одной веткой до 300 тысяч пассажиров в сутки и идти пролетами без удорожания путевой структуры 200 и 400 метров. Вот, друзья, я могу сказать, что он три раза переспросил, вы откуда, и попросил пригласить его на презентацию, потому что он говорит, я обязательно это приеду, я хочу этого увидеть. Так, Екатерина Волкова, Википедия, да, это все абсолютно верно. Вот, поэтому, друзья, сейчас этап развития, который предшествовал тому, что мы заявляли о том, что мы есть, он пройден. Сегодня очень, скажем так, уверенно, я считаю, профессионально заявлено о существовании технологии в Берлине на Инотрансе. Была сделана профессиональнейшая презентация. На стенде у нас работал не кто-нибудь, знаете, весь вопрос, как в советском анекдоте, кто едет в машине, он говорит, не знаю, кто в ней едет, но за рулем там, понимаете, ну, такой старый советский анекдот. Так вот, у нас на стенде был бывший руководитель департамента Министерства инфраструктуры Южной Австралии. Это человек, который возглавляет крупнейшую инвестиционную компанию, через которую правительство инвестировало более 15 миллиардов долларов в инфраструктуру Австралии и Аделаиды. То есть высокопрофессиональный человек Род Хук. Вот. И для нас, конечно, всех большая честь в Берлине находиться рядом с ним и объяснять, показывать. И он отработал очень профессионально. Вот. И здесь я думаю, что все, кто были на соответственно, и на трансе вы все это обратили внимание. Вот. Дальше был неподдельный интерес. Смотрите все репортажи, которые прошли с Инотранса. Вот. Так, секундочку. Вот. Дальше был представлен образцы действующих машин в Минске, вот, где было руководство страны, где был вице-премьер, министр. Сегодня была презентация, или нет, вчера была презентация министру энергетики Белоруссии, министру экологии. Вот это Анатолий Эдуардович сам презентовал, показывал. Тут мне уже даже упреки пошли, почему в перископе мы это не видели. Ну, друзья, к сожалению, сейчас событий в мире Skyway настолько много, что я просто не поспеваю одновременно во все места. Поэтому, насколько я могу, я и так уже перемещаюсь практически 3 недели в месяц. Вот, но все-таки есть еще и семья, дети, поэтому хотелось бы иногда с ними проводить время. Поэтому прошу прощения, что вчера в прямом эфире вы не увидели встречу. Но, опять же, в плане оправдания могу сказать, что съемочная группа Skyway TV, то есть нашей телекомпании, во главе с Михаилом Кириченко, они все сняли, поэтому репортажи все увидим, мы ничего с вами не пропустим. Но единственное, что не в прямом эфире, а, соответственно, в записи и в этих профессиональных репортажах, которые дает сегодня пресс-служба группы компании Skyway. Ну вот, друзья, это все предшествовало, мы об этом много сейчас говорили, и все это сейчас привело к тому, что мы стоим на пороге уже ходовых испытаний, то есть тогда, когда ни один засланец из онлайнера или такого рода изданий, стоя под опорой и бив лбом опору, говорил, что она сейчас упадет, что ее не существует, что все это сказки, это все, друзья, остается в прошлом. И, соответственно, исходя из этого, я могу уже четко сказать, что сегодня высокопрофессиональные фонды, крупные фонды, заказчики, они все следят и ждут тогда, когда будут действительно натурные испытания. Мы создали очень большую такую сегодня напряжение ожидания, вот, для того, чтобы при демонстрации технологий сразу же все вопросы были сняты. И после этого сейчас уже у нас после Инотранса график всех наших, ну скажем так, основных людей, которые занимаются презентацией представления технологий, конечно, его возглавляет Виктор Бабурин, у него есть еще целая группа специалистов. Алексей Сукадоев, вот с кем, честно, у нас сегодня расписан график на месяцы вперед для того, чтобы общаться, снимать все вопросы, доводить информацию и чтобы был сделан окончательный
окончательное решение инвесторами вхождения в проект. И сегодня уже потянулись очень крупные и крупные инвесторы, это уже сотни, тысячи, миллионы долларов. И, соответственно, сейчас пришло время, когда меняется дискаунт, то есть это венчурная премия, которая идет за риск вхождения на данной стадии в технологию, в проект. И сегодня, если вы помните, у нас 15 этапов, 7-й этап подходит к завершению, это значит выполнены все виды работ, значит поставленные цели достигнуты и, соответственно, распределено определенное количество обязательств компании между теми партнерами и акционерами, которые пришли на сегодняшний проект. И сегодня осталась буквально неделя до смены дисконта, ровно через неделю будет смена вот этой венчурной премии за риск, от которой входится, она будет снижена там, на 25%. Это, друзья, абсолютно правильно, это абсолютно выверенное решение, и я абсолютно могу сказать, что до конца года мы ожидаем как минимум еще одну смену дисконта, потому что уже в очередь сейчас выстраиваются определенные крупные структуры. Я не то что говорю, что они, друзья, бегут сейчас на перегонки, кто будет платить. Нет, друзья, они пока ведут переговоры, они заявляются, они сейчас подписывают договора. Но еще раз вам скажу, друзья, что сейчас не торопятся входить раньше, чем увидят именно ходовые натурные испытания, которые должны быть продемонстрированы в конце ноября. И с этой целью как раз сейчас, друзья, у нас намечается где-то 28-29, это предварительная дата, когда приедет Род Хук со своими партнерами из Эрикона, то есть крупнейшей инженеринговой компании, и они будут презентовать сегодня ряд проектов, которые совместно Skyway ведет с этой крупнейшей инженерией. Будет презентация проекта, и туда мы приглашаем ряд крупных бизнесменов из России, Украины, Белоруссии, Словакии, Чехии, Германии, Британии. Это такое, скажем так, скажем, закрытое свое, ну, можно назвать род-шоу или закрытая презентация для тех людей, которые уже знают о проекте, которым надо, скажем так, получить последнюю информацию для того, чтобы принять участие. Поэтому это тоже открытая сегодня встреча, поэтому если кто-то сейчас ведет переговоры с крупными банками, структурами, бизнесменами, которым надо именно собраться и для того, чтобы увидеть все своими глазами, то давайте согласовывать, выходите на меня, выходите на Алексея, выходите на Виктора Бабурина, присылайте свои предложения, и мы открыты сегодня, потому что для нас нету, мы определили, у нас есть определенный круг инвесторов, кому мы это будем показывать, но если вы пожелаете, чтобы кто-то из ваших структур или из ваших деловых партнеров в этом поучаствовали, то милости просим. Но еще раз могу сказать, друзья, эта встреча и презентация будет для инвесторов, которые готовы инвестировать, ну, скажем так, существенные суммы, на которые мы сейчас, соответственно, на которые мы сейчас рассчитываем. Поэтому имейте эту информацию в виду. А мы сейчас можем четко констатировать, и мы подошли, и мы декларируем о том, что смена этапа происходит. Это плановая работа, это значит, что компания развивается в соответствии с теми графиками и стратегией, которая предусмотрено, у нас сегодня идет реализация работ. Сразу, друзья, могу оговориться, и так как мы много общаемся и с конструкторским бюро, и с Анатолием Эдуардовичем Юницким, и с инженерами, которые работают, что, ну, когда нас начинают иногда обвинять, что как у вас там все красиво, как у вас там никаких проблем, естественно, могу сказать, что уже изнутри глядя, что, друзья, проблем, конечно, как вы представляете, очень много. И я очень часто, очень близко общаюсь именно даже уже в нерабочее время с Антоном Дарьевичем Яницким, я вижу, в каком неимоверном напряжении он сейчас работает, какая неимоверная нагрузка сейчас на него идет. И как президента группы компаний, который отвечает за всю стратегию работы, и как генерального конструктора, потому что есть человеческий фактор, есть брак, который люди допускают, есть просчеты, которые делают конструкторы, когда им доводится одна постановка задач, а люди, считая, что они могут не выполнить распоряжение генерального конструктора, а сделать свое какое-то новое введение несогласованное. Это, друзья, человеческий фактор. Это текущий момент. Ничего страшного в этом нет, но, друзья, представляете, когда каждая копейка, каждая секунда на счету, и, соответственно, вот такие
рода решения, они все преодолеваются. Юницкий снимает эти вопросы, что-то переделывается на ходу, что-то вводятся новые технологические решения. Но все это, друзья, однозначно можно сказать, это все через неимоверную нагрузку, это все через нервы, это все через, ну, скажем, там, здоровье, которое сегодня идет на то, чтобы все это заработало и было продемонстрировано. Поэтому я просто восхищен сейчас работой конструкторского бюро, производственного коллектива, строительного коллектива, хотя тут есть нюансы, потому что подрядчики, которые там иногда или зачастую не выполняя либо в срок, либо совсем качественно, это тоже, друзья, все, кто сталкивался со стройками, вы все это знаете. Но тем не менее, друзья, все движется, и здесь я могу и четко продекларировать, и сказать, что у меня не было ни малейшего сомнения, ни на долю секунды о том, что Юницкий в срок выполнит и построит электромашины, то есть и Юнибайк, и Юнибус, и то, что это будут машины мирового уровня, и все признают, что это действительно новое слово именно в технологической концепции транспорта второго уровня, и то, что это будет достойно представлено и достойно принято. Естественно, в этом сомневался, наверное, только один человек, это сам Анатолий Эдуардович Юницкий, но когда все это произошло, он по достоинству оценил все-таки и работу коллектива, и работу всей группы компаний Skyway в целом. Поэтому мы сегодня с вами, друзья, на следующем технологическом этапе. Сейчас начнутся ходовые испытания, соответственно, уже выйдет совсем в другую логику, это уже продвижение адресных проектов, совсем выйдет в другую логику уже построение управляющих компаний по направлениям и в разных странах, и с разными компаниями. Это, друзья, уже активное развитие бизнеса, который сейчас идет, и та корпорация, которую мы с вами сегодня строим, и Алексей не раз это говорил, это его термин, он ввел это понятие, что мы с вами ввели, помимо того, что краудинвестинговые системы, то есть мы создали инвестпроводящую систему, которая позволила сейчас людей и аккумулировать, и запустить ресурс для решения задач, именно венчурные проекты. Так мы еще сейчас с вами, друзья, занимаемся следующим шагом, это сетевым построением корпорации, которая будет строить в различных уголках мира различные трассы по всем направлениям, и грузовые, и скоростные, и пассажирские, и городские, и легкие прогулочные, и все, что связано сегодня с новой именно футурологической концепцией, которая идет на технологической школе, то есть Юницкий нам дает технологическое решение, он показывает, как это будет развиваться, а мы сегодня, опираясь на именно технологическую школу, создаем футурологическое направление, которое описывает, что нас дальше ждет. Это мы с Алексеем занимаемся. У нас в ноябре тоже, друзья, будет мировая премьера. Мы будем на мировом слете футурологов представлять свою концепцию. И как мы между собой шутим, надо этим людям, которые сегодня описывают будущее, рассказать все-таки, как оно реально будет выглядеть. А то они, считая себя мировыми футурологами, даже не представляют, что их ожидает. Вот поэтому будем рассказывать реально, как практикующие футурологи, вот те, которые участвуют в компании, которая уже не декларирует, а создает это будущее, чтобы этим футурологам рассказать все-таки, что их представляет, и чтобы они зачастую, при всем уважении, не буду называть фамилии, все-таки это уважаемые люди и в мире бизнеса, и в мире футурологии, но какую ерунду они иногда несут. Просто хочется их поправить и сказать, что, друзья, все будет немножко не так, давайте мы вам расскажем, как будет. Вот, для того, чтобы им показать Юнибайк и сказать, что, друзья, вот то, что все ждете, и то, что является будущим мировой футурологии. Ну, это, друзья, как несколько такое лирическое отступление. Давайте, друзья, прежде чем передать слово Алексею, как всегда, он дает очень интересный взгляд и свое такое очень с изюминкой взгляд на то, что происходит. Еще раз акцентирую внимание о том, что мы подошли к смене этапа. 18 числа будет смена дисконта, это естественный процесс. Еще раз объясню логику, зачем это делает, что сейчас растет постоянный приход инвестиций, а инвестиции растут в связи, не то что в связи, а это два параллельных процесса, что увеличивается объем выполненных работ, выполняемых работ, увеличивается строительная работа, увеличиваются проектные, увеличиваются работы, связанные с изготовлением
расширением движного состава это все растет. Поэтому это по естественному развитию компании за собой тянет увеличение, соответственно, инвестиций. Поэтому это все заложен график развития. Но при этом, соответственно, логика заключается в том, что большие инвестиции должны приходить под меньшие дискаунты, под меньшие риски, потому что основная доказательная база сейчас уже создана, и дальше будет только совершенствоваться и только развиваться. Вот, поэтому дисконты, начиная с прошлого этапа, начали меняться довольно-таки резко. Вот, сейчас идет 25% снижение. До конца года, как я уже сказал, по мере прихода крупных инвесторов эти дисконты будут снижены еще как минимум один раз. И когда уже выйдет на закрытие именно уже краудинвестинга как привлечение народного инвестирования, то есть когда уже основную тяжесть финансирования на себя возьмет именно крупный бизнес и заказчики, то, соответственно, там дисконты будут уже значительно меньше даже 10. Вот. Это тоже, друзья, абсолютно правильно, потому что тот, кто входил 3 года назад, 2 года назад, год назад, они несли несоизмеримые большие риски, чем сегодня. И именно дисконт, именно венчурная премия – это достойное вознаграждение за то, что люди позволяли себе или брали на себя ответственность входить в проект, несмотря, ну и дальше по тексту, аргументацию можно взять из-за онлайнера, потому что оппоненты всегда произносили примерно одни и те же слова. Так вот, на сегодняшний момент это все пройдено, и компания всегда помнит об этих людях, и всегда им будет даваться преференция. И сейчас в каждом этапе будет в обязательном порядке пакет, когда можно, не внося небольшие инвестиции, получать начисление процента, то есть увеличение 1-2-3% на весь пакет, который создан за предыдущие 3 года. То есть таким образом, что у нас есть акционеры, у которых миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов акций, то сегодня, приобретая небольшой пакет, они могут получать дополнительный бонус на весь пакет 1-2-3%. Это как раз, друзья, ну скажем так, дань уважения тем людям, которые входили на начальной стадии, и сегодня они имеют возможность увеличивать свои пакеты таким образом. Я считаю, это тоже очень правильно, очень своевременно и лениво. Вот. Соответственно, кто сегодня входит на том этапе, все равно это крайне привлекательный проект. Дисконты, которые сегодня есть, они крайне высокие, с учетом того, что риски снижаются очень быстро. Поэтому на сегодняшний момент, друзья, самый перспективный вход для тех, кто готов на довольно-таки короткий срок, то есть год, два, три, инвестировать для того, чтобы получать высокую доходность. Естественно, друзья, никто не отменял, если нам скажете, сколько, когда, какие будут дивиденды, на этот ответ всегда у нас есть с Алексеем очень классический ответ, это скоро и много. Вот. Более конкретно я вам сказать не могу. Еще раз я всегда повторяю, что венчурный проект из-за того, что мы, точнее после того, как мы демонстрируем технологию, он не перестает быть, потому что включаются другие риски, включаются конкурентные риски, политические риски. Вот мы с вами за вот эту бурную историю три года уже проходили и ликвидацию полигона в России, когда после поддержки президента Медведева в 2011 году ликвидировали полигон, и проходили ситуацию в Литве, когда после вмешательства лично президента Литвы дамы были там и определенные негативные последствия с развитием компании и с банковскими счетами. Соответственно, это все тоже мы, друзья, проходили. Поэтому сегодня, исходя из этого, сделан очень серьезный вывод. Сегодня работа компании диверсифицирована. Сегодня уже проектируется и практически начато строительство в различных уголках мира, в том числе и демонстрационных площадок и сертификационных полигонов. Вот это тоже, друзья, ведется, исходя из того, чтобы проект развивался одновременно в разных местах, и просто одним решением какого-либо чиновника, бизнесмена или неважно какого-нибудь крутого мена проект нельзя было остановить. И еще буквально короткое время, когда проект уже выйдет на активную фазу развития, когда можно будет сказать, что точка невозврата уже пройдена. На сегодняшний момент, конечно, существуют многочисленные риски, связанные с именно политической и конкурентной составляющей, но еще один, друзья, очень важный момент, связанный с демонстрацией технологии, о том, что в Берлине была продемонстрирована технология, была проведена
экспертиза огромнейшим количеством профессионалов, я как уже говорил, в том числе и руководством Siemens, и при этом не вызвала никаких, скажем так, жутких таких конкурентных боязней о том, что мы переходим кому-то дорогу. То есть, когда Siemens услышал о том, что готовится городская система, которая может проходить пролеты метров, он сказал: друзья, вас ждет весь мир. И то, что вы сегодня из-под земли выводите метро и делаете его более чем в 100 раз дешевле, в 100, друзья, не в 1, не в 2, не в 5, не в 20 раз, в 100 раз дешевле, то есть на 2 порядка, а при этом увеличивается и скорость, и экологичность, то это, друзья, конечно, совсем другая ниша. Ну а про наш Unibike, говорит, что, друзья, его восприняли просто все на ура. Это когда, там, не знаю, там, вице-губернатор Челябинской области или там, вице-мэр Самарской области, вице-президент Siemens, когда все крутили педали и чувствовали себя, что на скорости 150 км в час они на высоте бесшумно перемещаются по городу или по лесу, то, конечно, у всех настроение было прям очень такое радужное, всем было очень интересно. Поэтому, друзья, наш Unibike – это совсем другая ниша, которая сегодня в транспортной сфере не существует. Конструкторское бюро и Анатолий Дарович лично увидели это направление, он создал эту машину, и этот вход в рынок, который вообще не имеет сегодня никакой конкуренции. Но он позволяет сегодня перевозить десятки тысяч пассажиров в сутки, он позволяет сегодня утверждать такие вещи, что можно все автомобили с двигателем внутреннего сгорания убрать с городов, с улиц городов, о том, что велосипед и фитнес можно сделать абсолютно безопасным сегодня. Это, друзья, новое направление, которое сегодня есть. И после нашего форума, который произойдет на следующей неделе в Юрмале, 22-23 октября у нас будет большой европейский форум Skyway, вот куда мы приглашаем всех партнеров европейских, ну, в основном, кто приедет из России, кто хочет всегда присоединяться. Мы, друзья, сделаем вам там несколько очень интересных таких дальше футурологических направлений, и вы еще узнаете, что такое все-таки наш Unibike, вы увидите, чем он будет интересен, полезен каждому, и одно могу сказать, что удивятся очень многие, очень многие. Ну, это, друзья, чуть попозже. Поэтому давайте по форуму Юрмале, соответственно, 22-23 числа, это будет целый такой фестиваль, праздник Skyway со своей программой, с официальной программой, с культурной программой. Это будет встреча именно с таких сторонников. Ну, в основном мы его сделали для европейской части. И, естественно, что, друзья, я вам обещаю, что будут все трансляции с Перископа, вы увидите самое интересное. Там будут выступать основные наши директора, основные двигатели сегодня Skyway. Вот, будут ряд приглашенных гостей. Вот, второй день это будет работа уже с партнерами, со структурами, тех, кто активно сегодня выстраивает краудинвестинговую систему, кто активно сегодня выстраивает партнерскую программу, то есть для того, чтобы проект дальше развивался. Это все, друзья, будет в Юрмале. Значит, до Юрмалы в эту субботу в 12 часов у нас итоговый телемост. По завершению этапа и переходу на новый этап, когда мы подведем все итоги с 7-го этапа, расскажем все, что сделано, и поделимся определенными планами на следующий 8-й этап. Поэтому, друзья, следите за проектом, следите за нашими вебинарами, нашим выступлением. Поэтому в 12 часов, соответственно, у нас итоговый телемост, где будут основные директора Skyway Capital. Это та структура, которая сегодня взяла на себя основное по финансированию и по продвижению проекта Skyway. Вот. Поэтому мы отчитаемся, мы вам расскажем, сделаем и расскажем как раз определенные вещи на 8-й этап. Соответственно, попробуем с вами несколько спрогнозировать, что нас ждет в 8-м этапе. Поэтому, видите, развитие новостей очень много. Алексей сам расскажет, что он завтра улетает уже для встречи, как всегда, традиционной встречи нашей с немецкими инвесторами. Вот, это у нас такая ежемесячная сейчас повинность. Вот, мы ее с Алексеем делим пополам. Один месяц летает он, другой я. Вот, в прошлый раз перед Инотрансом я был, выступал перед инвесторами. И сейчас едет Алексей. То есть немцы любят очень системную работу. Мы ее сейчас ведем. И как результат мы ждем, что в ближайший месяц-два немцы и именно Германия станет лидером по инвестициям в экотехнопарк, по инвестициям в Skyway. Сегодня лидеры это Чехия, Словакия, Венгрия. Вот они сегодня
вот основные инвестиции. Россия и Белоруссия давно уже ушли на, там даже не то, что второстепенные, а довольно-таки дальше. Но это, друзья, абсолютно нормально, абсолютно сегодня с точки зрения работы правильно, потому что мы с вами сделали основную работу, мы создали, сегодня мы передали тем, кто готов нести меньшие риски, получать меньшую доходность, но те, кто инвестирует уже более крупные суммы. Хотя, друзья, общий рост сегодня и по России, и по Беларуси, и по Украине, и по Казахстану, и по Киргизии, он, друзья, активно идет. И большое всем за это спасибо, большой за это поклон от Анатолия Эдуардовича Юницкого, от всего коллектива конструкторов, которые сегодня работают за счет этой краудинвестинговой системы. Ну и, соответственно, всех нас, инвесторов, у которых очень серьезный оптимизм на то, как дальше будет развиваться проект. Ну вот, друзья, основные вехи и вещи, которые я хотел сказать, я вам сейчас донес. У меня еще будет очень небольшая такая тема в заключение. Вот. А сейчас я передаю слово, как всегда, молодому футурологу, вице-президенту Международной ассоциации практикующей футурологии, одному из ведущих директоров Skyway Capital, вот, партнера моего уже теперь по жизни и по бизнесу, Алексею Суходоеву. Благодарю, Сергей Анатольевич. Ну, сегодня так вот вебинар строится, что, в принципе, большую часть новостей, но не все, рассказал Сергей Анатольевич. Я хотел бы обратить на самую главную новость и всем напомнить об этом. Никаких переносов, никаких перестановок не будет. То есть 17 октября, как в сказке о Золушке там и так далее, карета превратится не в тыкву, но дисконт снизится на 20%. То есть никаких изменений, никаких эксклюзивных условий ни для кого не будет. Сразу предупреждаем и, соответственно, заранее запасайтесь вашими средствами в личных кабинетах, на ваших основных счетах, чтобы совершить оплату для того, чтобы зафиксировать условия, которые на сегодняшний день вы желаете получить по текущему дисконту. Соответственно, достаточно открыть рассрочку, но не просто открыть, а совершить первый платеж. Один единственный платеж, и все, у вас условия будут по этой рассрочке зафиксированы по текущему этапу, по текущему дисконту. Я могу сказать, если сравнивать с высоты прожитых лет уже в проекте Skyway, то есть более 2,5 лет, фактически уже скоро 3 года я лично развиваю, и те дисконты, которые были в начале, по праву те люди, которые начинали проект, и 1,5 тысячам был такой дисконт, по праву они получили эти венчурные премии, потому что был максимальный риск. Это как просто в огонь с головой окунаться в надежде, чтобы эта идея воплотилась, когда не было ничего абсолютно. Все, кто начинали этот проект, помнят этот момент, когда мы действительно доносили эмоции, мы передавали свой задел, свои идеи по поводу того, что да, эта технология должна появиться. И никаких аргументов у нас, в принципе, ну, достаточно мощный аргумент, я скажу, когда на заседании Госсовета в 2009 году господин Морозов сделал презентацию Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Но у нас была парочка визуализаций начальные и вот этот аргумент. Все, больше ничего не было. Ну и, естественно, очень-очень сильно помогали и выручали, и показывали реальность технологии, то, что действительно монографии, публикации с долгих лет прошлых тянутся и сейчас уже дотягиваются до вершин, которым сквозь тернии к звездам мы стремились и постепенно достигаем. На сегодняшний день у нас участвует уже более 92 стран. Всегда говорю такой вот нюанс, как раньше говорил про Конго, а сейчас с Гвинеи у нас есть инвесторы, с Африки. Очень сильно там один парень хочет развиваться и пишет целые стратегии, каким образом заходить через учебные заведения и так далее. Ну, в любом случае будем общаться, мне придется общаться на французском. Ну, что значит придется? Это наоборот счастье, когда наш проект в Шагнете,
Иногда задумаешься, почему знаешь только два языка, хочется знать и остальные языки. Ну, что мы, активисты, и будем изучать, но искренне Сергей Анатольевич, по крайней мере, надеется, что Юник, то есть United Personal Assistant, то есть универсальный персональный ассистент, поэтому Юни, либо Юник по-русски, будет помогать и также переводить. Но не тут-то было, все равно язык нужно будет изучить английский. Вот многие спрашивают, Юнибус это и есть Юник, Юник это и есть, на самом деле у нас Юнибайк есть, то с приобретением различных транспортных приложений дополнительных, как сегодня имеет мобильный телефон, различные мобильные приложения, соответственно, это уже сформируется в концепцию Юнибэк, а далее уже я не буду называть спецификацию, которую мы придумали, название, это мы расскажем непосредственно уже в Юрмале. На этом будет строиться наш Сергей Анатольевичем презентация именно по футурологии. Но могу сказать, что это будет универсальное мобильное пространство, то есть именно универсальное, именно объединенное. И когда мы в определенные вещи говорили Виктору Бабурину, Виктор говорил, что все же уже создано. Ну, так и есть, да, все уже создано, и на самом деле должно появиться какое-то пространство, которое это все будет впитывать. Также был создан интернет, также был создан мультимедиа-центр в сотовом телефоне, также был создан Bluetooth, но все это должно было объединиться в одном каком-то устройстве. И если мобильный телефон – это наше персональное переносное универсальное устройство, то у нас будет наше универсальное именно мобильное пространство, в котором мы будем передвигаться без ощущения времени. Кстати, вот Андрей предложил название, ну, уже не так сложно придумывать название, приставочку делаешь Sky на английском языке, SkyTime, ну, в принципе, а почему бы и да, то есть вполне себе SkyTime, то есть это то время, которое мы проводим в юнибайках, то время, которое мы проводим в юнибусах. Мы его не замечаем. То есть это фактически часть нашей жизни, и поэтому сама концепция перемещения, основная, как сегодня вот в смартфонах, мы не задумываемся, редко задуматься начинаем уже, что нам нужно позвонить кому-то. Мы используем несколько по другим функциям наш смартфон, то есть те же самые мобильные приложения. И в юнибайках действительно можно будет фактически жить, кто-то будет там очень много времени находиться. И в этом повысится именно ценность реального общения, потому что сегодня эта ценность утрачена также при общении в социальных сетях, в виртуальном пространстве. И если вот когда-то виртуальное пространство было сформировано, то из виртуального пространства, наоборот, в реальное пространство это все перейдет. Вначале это будет наш Юнибайк, и наконец-то люди будут действительно больше в реальности пересекаться и больше в реальности общаться, хотя имея все блага цивилизации, которые будут доступны на тот момент в своих мобильных пространствах. Если говорить, дорогие друзья, про, опять же, тему дисконта, я такое вот намеренно сделал лирическое отступление в плане практикующей футурологии, то я хотел бы сказать, что мы искренне не знаем, не спрашивайте, потому что мы точный ответ просто не сможем дать, потому что не знаем, потому что не имеем права делать даже предположения, не имеем на это полномочий. И когда, допустим, произойдет следующая смена дисконта. Но что-то мне подсказывает, дорогие друзья, что следующая смена дисконта произойдет значительно раньше, чем произошла эта смена дисконта. Если у нас самая крупная инвестиция на сегодняшний день от одного человека это 330 тысяч долларов, то уже близятся транши на несколько миллионов долларов. То есть в некоторых сделках мы с Сергеем Анатольевичем непосредственно как участники проработки сделки участвуем. И я вот тоже сейчас поднимаю контакты. Всем рекомендую задуматься, если раньше, знаете, мы проходились по списку наши знакомые там и далее.
те, кто, ну, сколько это может инвестировать, то сейчас составьте список тех реальных крупных и крупнейших, ну, как минимум, средних инвесторов, потому что сейчас время крупных и крупнейших инвестиций действительно подходит, и оно пришло. Вы увидите то, что те инвесторы, которые на ранних этапах развития проекта Skyway через краудинвестинг инвестировали очень серьезные суммы, вы снова увидите эти замечательные, мужественные лица, которые сделали большой вклад в развитие первоначальной технологии. И эти люди снова будут развивать, как пожелают, как смогут. Но невозможно оставаться в стороне, когда вот такие публичные личности, как Екатерина Волкова, то есть это актриса кино. Я не удивлюсь, если вот было интервью у Екатерины Волковой с Иваном Ургантом и так далее. Как вы думаете, Екатерина Волкова сейчас вот на всяких светских тусовках будет рассказывать вообще вот о том, что, оказывается, существует такой транспорт? Это сетевое построение. И, соответственно, из определенного бомонда, как вот сегодня с Ириной Волковой мы общались, она сказала такую, Лариса Артамонова сказала фразу, что из этого бомонда сейчас к нам все подтянутся. А действительно так и есть, потому что Екатерина будет, скорее всего, передавать свою эмоцию и передавать ту составляющую, ту причину, почему она стала совладельцем, стала акционером будущим компании, международной корпорации Skyway. То есть какие причины? На своем языке, поверьте мне, имея опыт актрисы кино, театра, она сможет донести, чем многие профессиональные предприниматели, сетевики доносят информацию о проекте Skyway. И давайте вспомним тот факт, что мы говорили, что на Инотранс прилетят 1-2 человека максимум на своих личных самолетах. Один из таких людей был, то есть это Крис Принципе. Он прилетел и буквально на час он планировал задержаться в Берлине на нашем стенде, по-быстрому пообщаться, по конкретике. И он задержался до конца самого рабочего дня, то есть когда уже выставочный стенд закрывался, он не хотел уходить, общался на разные темы, футурологии, тема его очень сильно затронула. И мы с Сергеем Анатольевичем сейчас вот готовим очень мощную статью. Мы в любом случае напишем обширную статью именно по той концепции Unibike, мобильного персонального пространства, универсального мобильного персонального пространства. Что это вообще будет? И опишем это все. Ну, естественно, какую-то сжатую статью, скорее всего, также Financial Future, можно будет прочитать в будущем. То есть об этом договоренность с Крисом была, и это не наша инициатива. Он просто сказал, вы можете вот это вот как бы все написать, и теоретически можем напечатать это в журнале. Ну, естественно, мы не могли отказаться от такой популяризации проекта Skyway, популяризации ассоциации практикующих футурологов. И сейчас, ну вот недавно мы проводили конференцию в Словакии, Франтишек Солар по воле случая находился при нашем обсуждении, при формировании определенных новых концепций посредством мозгового штурма. И я вот помню тот момент, Сергей Анатольевич тоже помнит, он ушел в аптеку, ну, купить лекарства Виктору, потому что тот от очень серьезной нагрузки и так далее, просто иногда организм дает сбои, но все хорошо сейчас, Виктор абсолютно здоров и поправился, и дальше продолжает такой вот наш позитивный бой Skyway в маркетинговых войнах и в доказательствах министерством транспорта. И хотел бы вам также показать, что были проведены переговоры с министрами Индии определенного штата. Так вот, про Франтишека. Он на следующий день, на второй день конференции сказал, что а вот то, о чем вы говорили, вы будете сегодня говорить? Мы говорим, о чем мы говорили? Ну, футурология, то, что будет в Unibike и так далее. А надо? Да надо, конечно, вообще. Вот это нужно в первую очередь сказать. И это такое, знаете, триггер, это лакмусовая бумажка, что действительно футурология, будущая футурология, такая тавтология получается, но будущая футурология невозможна без технологии Skyway. То есть это будет немножко не
правильная технология. Если говорить именно о концепции применения транспорта, создания инфраструктуры, то есть это будет неполная картина, неполный пазл, и будут недостающие звенья, без которых абсолютно не то будет видение того будущего, которое появится с применением технологии Skyway. И вот немножко я вас раззадорил по поводу Индии. Я могу сказать, что Виктор более чем успешно, ну, собственно, уже привычно провел переговоры с индийцами. И вы видели новость, когда вот был заголовок Skyway в Индии. Да, действительно, произошел выход на определенных людей. И опять через теорию рукопожатий, но это уже такая крупная сеть. Здесь тоже, в принципе, сеть. То есть один знает другого. И произошла презентация в Цюрихе. И, собственно, уже сейчас в ближайшее время непосредственно в этот штат поедет Виктор Бабурин не то, что там подписывать рамочные соглашения, как у нас вот сейчас с российскими чиновниками, представителями происходит. И подождем, когда время дойдет до реальных адресных проектов, а уже обсуждать в Индии конкретные реальные адресные проекты того штата. То есть попросили приехать и уже начать обсуждать. Естественно, скорее всего, и Кирилл Бадулин поедет, это руководитель службы адресных проектов. И хотелось бы остановиться на одном маленьком нюансе по адресным проектам. Мы с Сергеем Анатольевичем даем нашу почту и так далее, но мы, знаете, как проводники, мы как первая стадия. Род Хук тоже с ним переговоры провел вначале Сергей Анатольевич, потом я. Потом мы пообщались с этим замечательным человеком и уже убедившись в адекватности, для того, чтобы не тратить время Виктора Бабурина, передали этот контакт и, соответственно, увидите, что из этого появилось. Поэтому мы сбрасываем наши контакты, не то, что мы будем полностью вас вести по адресному проекту. Мы не имеем права этого делать и не имеем полномочий. То есть это могут делать и заниматься вопросом адресных проектов только два человека международной корпорации Skyway. Это Анатолий Эдуардович Юницкий, это Род Хук, и третий человек по поручению этих двух замечательных персон, соответственно, Виктор Бабурин. Больше никто, даже если мы вам говорим вдруг, что мы инициировали какие-то адресные проекты, не может никто больше инициировать. То есть все согласование идет с головную. С головной компанией, и никак головную компанию не удастся не обойти, не придумать какую-то новую стратегию, потому что алгоритм отрабатывается, и алгоритм отрабатывается не просто так, дорогие друзья, алгоритм отрабатывается, чтобы вот этот вопрос, который наиболее часто на конференциях задают и доходит до шуток, а когда будут дивиденды, скоро, вот чтобы это скоро произошло, нужно сейчас нарабатывать именно через систему алгоритмов, которые применяет именно головная компания, массовость адресных проектов. И действительно, те адресные проекты, о которых я, Сергей Анатольевич, остальные члены директорского состава Skyway Capital, это лишь вершина айсберга, которую мы видим. А остальное скрывается уже в недрах научно-производственного конструкторского предприятия ЗАО «Струнные технологии». Прорабатывается масса проектов, и мы это увидим уже по тем дивидендам, которые, я думаю, после 2018 года мы точно начнем получать. Это мое личное мнение, непритязательное. Но я могу сказать, что те фразы, те слоганы на многих языках многих государств мира, то есть Будуш Skyway, Захран Планету, это чешский Epidge Skyway, Match Magaboygut, это венгерский, Construi Skyway, Sofia Planet, французский, и Bau Skyway, Rete den Planeten, это немецкий, обязательно я это скажу, вот Bad Zalzuflen, сложно выговаривалось раньше это название, но сейчас мы к нему привыкли с Сергеем Анатольевичем. И Bau Skyway, Rete den Planeten, мы еще немецкий, наверное, учить начнем, потому что очень часто туда после иннотранса нам предстоит ездить. Я думаю, даже больше, чем раз в месяц, потому что у нас сейчас Skyway Capital подключаются активисты и в Берлине, и в Дюссельдорфе, и, соответственно, во многих городах, многих стран мира необходимо.
необходимо будет проводить конференции. Нужна помощь от директорского состава Skyway Capital провести типа телемоста с какой-то страной. Соответственно, ну, тут нужно будет обеспечить перевод, потому что мы на китайском, на иврите, к сожалению, общаться пока что, по крайней мере, не сможем. Но мы обязательно постараемся помочь и сформировать то информационное поле, которое очень... На вебинарах сегодня присутствует 250 точек подключения, но смотрят их тысячи и, наверное, даже десятки тысяч. И это замечательно. Это наше информационное поле, это наш флаг Skyway, который мы несем, наш огонь, который нам подарил Анатолий Эдуардович Юницкий. Анатолия Эдуардовича Юницкого можно сравнить не только с Леонардо да Винчи нашего времени, но и с Прометеем, который дарит людям новую технологию, которая, как сказала Ванга, полетит по проводам, питаясь от солнца. Ну а еще замечательной такой вот фразе от тех людей, которому мы с Сергеем Анатольевичем склонны не особо доверять, но это действительно поражает, расскажет Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю, друзья. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. Да, Алексей, спасибо, конечно. Завернул так завернул, тут ничего не скажешь. Вот. Но здесь действительно объективности ради, надо сказать, сегодня присылает письмо один из наших таких активных партнеров, Дана. Далее, кстати, тут недавно, в ближайшее время, очень интересно, он станет героем тут одного очень интересного сюжета. И он такой, как казусный случай, прислал описание о том, что в 2014 году одна женщина увлеклась Skyway и пыталась увлечь туда мужа, такого крупного бизнесмена. Он на все это смотрел. Потом получилось так, что они пошли к какой-то там гадалке, ясновидящей, ну там, чтобы по своим семейным делам. И он у нее взял и спросил, а что вот будет с этим проектом, что будет с Skyway. Там. Она говорит, я тут посмотрю, приходи. И на следующий день я ничего не ходит. Она говорит, я опять ничего не вижу, там какие-то постоянно поезда на проводах летают, поэтому мне невозможно ничего увидеть сейчас. Он, как он пишет, тут же пошел инвестировать. Соответственно, это как такой курьезный, забавный случай. Здесь я, друзья, в своей практике, я не раз об этом говорил, есть, ну, ребята, с кем мы в Красноярске общаемся, они помнят этот случай, когда я приехал на первую конференцию, веду первую конференцию в Красноярске. Это, наверное, еще, не помню, наверное, осень 14 или весна 15 года. Тут, друзья, уже год за 10, поэтому идет с такой скоростью. И когда были, ну, вопросы-ответы, это же очень такая, очень, особенно поначалу, очень острая такая фаза, потому что люди не верили, люди сравнивали нас с пирамидой, с хайпами, там очень много технологических компаний, которые выдают себя за проект, а на самом деле просто пылесборник такой. И, соответственно, вот на этом фоне... вот эти вот вопросы-ответы, это была очень такая тяжелая обычно стадия, но в каждую конференцию мы это проходили. Я сейчас опять скажу, что в Словакии, вот когда последний раз с Франтишеком Солором проводили конференцию, это был и Виктор, и Алексей, то вот эта фаза вопросов-ответов, она проходила совсем на другой стадии, и в зале были люди, которые, я помню, полгода назад, они нам душу выносили вопросами, там все. А вот сейчас сидят, улыбаются спокойно, все это такие задают очень комфортные вопросы, мы общаемся именно уже как друзья, как партнеры. Я вспомню даже полгода назад вопросы. Так вот, в Красноярске встает женщина, ей где-то лет 35, и начинает первую фразу, которую она произносит, она говорит, я профессиональная колдунья. У меня внутри все упало, думаю, нам колдунов здесь еще не хватало. Я говорю, сейчас начнет это самое. И она мне говорит, я в некотором поколении уже колдунья, у меня мать колдунья, бабушка колдунья. Я думаю, ну все, сейчас вот будут здесь Кощей бессмертные, тут у нас сейчас будет это. Она говорит, знаете что, я когда была маленькая, мне бабушка рассказывала на ночь сказки. И она говорила, что у вас здесь в Красноярской тайге вот это будут стоять огромные небоскребы прямо посреди тайги.
и над ними, между ними будут по проводам летать поезда, и все будет перемещаться, и это будет вот такой большой, зеленый, красивый город, в котором вот будешь жить, так сказать, и ты это, еще это увидишь. И когда она показывает наши картины, наши фотографии, анимации о том, как это выглядит, эти наши здания высотные, это, она говорит, вот я сейчас увидела, эту картинку мне рассказывала бабушка в детстве. Понимаете? Там зал, конечно, аж весь захлопал, а я вот сижу, я думаю, вот они могли это все знать, куда это все идет, потому что мы только сейчас это проектируем, Юницкий сейчас это визуализирует, проектирует, а ей бабушка там сколько-то лет назад рассказывала о том, что это будет Красноярский тайгер. Поэтому, друзья, есть, наверное, определенные какие-то вещи, я их не хочу никогда не комментировать, не анализировать, это не моего плана, я абсолютно стою на научных подходах, я знаю Юницкого, я с ним долго работаю как с инженером, он меня, когда убеждал в технологичности проекта, мы с ним очень много общались именно как инженеры, вот когда мне стало все это понятно, поэтому я понимаю, что сейчас делается и что сейчас развивается, здесь нет никакой мистики, здесь нет никаких сверхъестественных, это абсолютное развитие технологического процесса, и ту футурологию, которую мы сейчас с Алексеем делаем, это все тоже строится только на технологических особенностях инженерной школы, которую сегодня Юницкий нам как инженер показывает, он это проектирует, и, конечно, если говорить, что с точки зрения футурологии, то самый главный футуролог здесь сегодня Юницкий, но мы всегда, ну, как бы там, я на этом настаиваю и позиционируем мы сегодня вещи, что Юницкий генеральный конструктор – это руководитель инженерной школы. И зачастую то, что могут позволить себе говорить в таком приватном плане футурологи, инженер и руководитель инжиниринговой компании не может себе позволить. Хотя я иногда там такими разговорами или подсматриваю иногда, как Юницкий в виде хобби иногда рисует. Так вот, друзья, он вплотную занимается уже проектированием, во всяком случае, на уровне эскизов, на уровне таких решений уже следующего плана поколения. Это уже общепланетарную транспортную систему, которая будет выводить промышленность в космос. Вот, то есть сегодня настолько для него время сжато, что даже работа сегодня по Skyway и по Транснету, которая для всех еще даже не существует, а для нас она только началась, он уже идет следующим этапом, он уже проектирует и делает. Поэтому, конечно, о такой футурологии, которую он сегодня делает, об этом сегодня с нашими существующими говорить. А мы между собой понимаем, когда он про наш юнибайк, в котором будет жить Юник, вот, соответственно, который будет перемещаться со скоростями сначала 150, потом 550, потом 1250 километров в час. Вот, соответственно, еще полушутку, он говорит, ну вы еще в вашем юнибайке с Юником еще и в космос полетите. Я говорю, ну, Анатолий Иванович, мы же с вами знаем, что он полетим именно в нашем юнибайке. Он говорит, да, конечно, знаем. Поэтому, друзья, больше футурологов здесь не существует. Но это для восприятия сегодня в принципе неприемлемая часть, поэтому мы сейчас ограничиваемся инженерной частью, связанной со Skyway, с Транснетом. Мы сегодня делаем описание уже за 6-7 технологического уклада, если говорить с точки зрения уже макроэкономического прогнозирования, то есть развитие технологических укладов, это все-таки входит в науку макроэкономического прогноза, родоначальником которого является Николай Кондратьев. Вот, соответственно, сегодня футурология – это возможность представить и визуализировать, что нас ждет и какие технические решения дает сегодня инженерная школа Юницкого. Соответственно, если то мы сегодня стоим на очередной очень важной вехе. Сказать, что неожиданно это нельзя, это, как можно сказать, неожиданно то, к чему мы стремились, то, что мы создавали, то, что мы делали, то, что сегодня начинает приносить результат. Поэтому сейчас с точки зрения там, вот, дисконтов и всего остального, здесь смотрите наши все вебинары, объяснения. Вчера была директорская планерка, запись которой сегодня есть во всех чатах, где четко раскладывается и сравнительные таблицы, и все, что сегодня происходит. Поэтому не будем мы это, друзья, дублировать, рассказывать. Отчасти мы это покажем еще раз на теле мосту, который будет в 12 часов в субботу, 15 октября. Вот. А я сейчас буквально
Если подводить итог, могу сказать, что мы сегодня создали очень устойчивую, дружную систему. Вы сегодня видите настрой, который и был на стенде в Инотрансе, когда к нам подходили и говорили, что вы здесь продаете. Мы говорим, да вот электромашины. Они говорят, ну нельзя так электромашины продавать, чтобы 300 человек в центральном павильоне Инотранса, когда включили Юницкого со скайпа, хором кричали «Строй Skyway, спасай планету». Все немцы были просто в шоке. Они, как можно вот так вот продавать электромашину, когда люди ходят по Инотрансу и скандируют «Строй Skyway, спасай планету». Вот, поэтому это говорит о том, что нас объединяет единая цель, единая система сегодня работает и объединяет людей. И объединять, мы объединяем мир, это родилось не просто так, это действительно позыв, ну, такой очень добрый, очень действительно, чаще всех людей. И то, что сегодня, когда мы проводим конференцию, мы специально выложили в чаты, как мы завершали эту ситуацию, когда все в едином порыве там Skyway, и, соответственно, хлопают и улыбаются, а потом еще почти 40 минут не могут разойтись, не могут выгнать из зала организаторы, потому что уже закончилось время. Это говорит, друзья, о том, что мы с вами делаем очень нужное, понятное и приятное с точки зрения работы для всех дела. Поэтому, естественно, что те, кто сегодня пытаются быть злопыхателями или пытаются, они сами понимают, сами чувствуют, что они делают неправильное дело. Но это, опять же, выбор каждого, и мы это оставляем на совести каждого. Поэтому еще один небольшой нюанс, друзья, вот Алексей начал про это говорить, про адресные проекты. Просто очень много, друзья, идет сейчас писем, почта, меня просто завалили определенными вещами. Я тоже как подписчик, я являюсь и акционером, крупным акционером и в Skyway Invest Group, у меня там десятки миллионов долларов акций, и Skyway Capital, и РСВ, потому что давно я в проекте уже, друзья, и очень много инвестиций, поэтому я как подписчик получаю сегодня эти вопросы. И почему сегодня мы затронули вопрос по адресным проектам? Чтобы, друзья, вы четко понимали, что адресными проектами, декларацией и призывом, а тем более инвестировать в какие-либо адресные проекты, связанные с технологией Skyway или с Transnet, может только два человека, как уже Алексей сказал, это Анатолий Эдуардович Юницкий и руководитель Skyway Австралия, которому Юницкий поручил и делегировал полномочия по ведению проектов в Австралии, сейчас частично в Африке и в Азии, это Род Хук. Соответственно, ну и опять, как и говорил Алексей, ряд проектов может озвучивать по их поручению Виктор Бабурин. Все остальные призывы или все остальные вещи в адресные проекты, друзья, они не могут звучать без ссылки на головную компанию народа Хука. И когда я по почте Skyway Invest Group, где я являюсь подписчиком, получаю предложение войти в проект по мытью золота в Замбезии, друзья, у меня это вызывает ряд вопросов, я это оставляю на совести того, кто это делает, но я прошу больше мне такого не присылать, это раз. И когда мне так на почту приходит, я это называю разводиловой, потому что мыть золото в Замбезии, добывать алмазы в Лапландии, пилить лес в Сибири, ну, может быть, еще Грааль добывать в Шамбале или там философский камень сейчас очень модно в Атлантиде искать. Вот, вот эти все проекты, друзья, помимо Skyway, вот помимо Skyway, хотите мыть золотишко в Замбезии, пожалуйста, хотите обучать частных инвесторов, пожалуйста, только без упоминания, потому что мне очень много людей обращаются и говорят, Skyway к этому имеет отношение? Нет, друзья, Skyway к этому не имеет никакого отношения. Вот это надо четко понимать и четко градировать. Если вы для себя принимаете решение участвовать в такого рода проектах, то вы, как частный инвестор, имеете на это право. Никто вам запретить этого не может, но давайте разделять, потому что такого рода проект со Skyway на сегодняшний момент несовместим. Вот это я прошу четко понимать и отнестись к этому абсолютно спокойно и абсолютно, ну скажем так, с пониманием с точки зрения частных инвесторов, которыми вы все являетесь, которые инвестируют на сегодняшний момент в проект. Ну вот, друзья, это вот то, что еще эти новости на этой неделе сегодня произошли, то есть это тоже нюанс этой недели, к нему тоже надо подходить очень
Понятно. Значит, еще раз акцентирую внимание, что с новым этапом будут новые пакеты, новые рассрочки. Эти рассрочки, насколько вы их брать, они столько будут сохраняться. Те условия, которые вы сейчас взяли в Skyway Capital и в РСВ, они также будут выполняться. Никто их не собирается ни отменять, ни менять. Все условия, которые декларировались, они будут выполняться. Второй момент, что в каждом этапе будут свои условия. И с 18 числа будут новые свои пакеты, которые только присущи этому пакету. Дальше они также будут меняться на новом этапе, но те условия, которые вы будете брать при входе, они будут сохраняться. И те условия, которые сегодня есть, их никто ни в коем случае не будет и не собирается менять. Это тоже надо понимать. И второй момент, который я уже говорил, еще раз акцентирую, что в каждом этапе будет специальная программа, которая будет поощрять тех людей, которые пришли на наиболее ранних этапах, для того, чтобы они и чувствовали о том, что они сделали очень важное дело, и второе, чтобы у них постоянно шел рост капитализации, шло поощрение того, что все-таки это первые люди, и они взяли на себя основную тяжесть развития проекта. За это, собственно, сегодня и идет вознаграждение. Ну вот, друзья, на этом давайте сегодня завершать. У нас теперь следующая встреча со всем директорским составом Skyway Capital и с основными лидерами. Это суббота, 12 часов, 15 число. Это подведение итогов 7-го этапа и планы на ближайший 8-й этап. Это дальше следующая неделя, это Юрмала 22-23. Вот. Ну и дальше следите за нашими конференциями, новостями. Skyway сегодня дает такое огромное количество новостей, что я, честно, друзья, вообще перестал смотреть сегодня новости по телевизору, практически перестал новости читать, которые не в Skyway связаны с новыми технологиями в интернете, потому что, друзья, то, что сегодня идет через Skyway, через призму Skyway, это намного интереснее и намного позитивнее, чем то, что сегодня нам пытаются навязать. Поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету. До новых встреч.